Тверской области проводятся проверки готовности органов местного самоуправления и организаций к прохождению пожароопасного периода и к профилактике возгораний. Ведется усиленная профилактическая работа с населением. Ежедневно осуществляется патрулирование лесов и торфяных месторождений мобильными группами. С начала года пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение возгораний сухой растительности уже 18 раз. Виновниками пожаров, как правило, становятся безответственные граждане, которые в сухую погоду жгут мусор, траву на своих присадебных участках и в местах отдыха, а также на обочинах дорог. Только по Твери и Калининскому району составлено 28 административных протоколов. Напомним, что штрафы для граждан составляют сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц от 20 до 30 тысяч. Для предпринимателей без образования юридического лица от 40 до 60 тысяч. А для юрлиц от 300 до 400 тысяч рублей.